Оранж Драгон Альберт. Такое вот противостояние нам предстоит посмотреть. С вами Тварина и Борода. Ну и давайте же скорее наблюдать за этой игрой. Фирменный фризмаг. Такой очень своеобразный концепт колоды от Дракона Альберта. Видимо, здесь уже грязную крысу. Это первое, что бросается в глаза. Также есть смотритель. Да, я обманул тебя по поводу лакеев Медива. Есть все-таки. Мы вот как раз в перерыве с Игорем пытались понять вообще, чего же тут... Вот, от чего пришлось отказаться Дракону Альберту в своем фрезе, дабы поместить сюда крыс и куратора. Ну, что-то как-то и не нашли, да? Да, одна копия... Ну, понятное дело, одна копия барьера, два блока. Ну, по сути, все дефолтно достаточно складывается тут. Даже не скажешь, чего ты отказался-то. Ну, нет Антонидаса. Один флеймстрайк, один куратор, Алекстраза, не один пиробласт. Один ползун Галака у него. Mm-hmm. И один барьер. В остальном по две копии всех дефолтных карт. Сейчас попробую найти. Ну, я думаю, после уже можно будет рассмотреть во всех ракурсах данную колоду. Играется с монетки... Акалит. Служитель боли. Дабы добрать побольше карт прямо сейчас. Нефритовый цветок приносит уже второго нефритового голема на стол. Ну что, нужно биться. Слушай, ну, судя по всему, понимаю, там не играют совсем собиратели сокровищ. И, по-моему, даже Талноса тут нет. Угу. Ну, кстати, да. Отсутствие Талноса удивляет, если честно. То есть, а нет здесь ни инженеров-новичков, нет Талноса, нет собирателей сокровищ. Вот так. Вот в чем суть. Ну, колода удивляет. Ну и пока работает, судя по всему. Ну да, Элоис, он выиграл 3-0. Именно фриз-маги. Там концепция была против квест-мага. Каким-то образом фриз-маг смог выиграть. Ну, Элоис, не знаю, то ли от усталости, то ли еще чего там. Сало потом себя в стальной сети, что закинуло игру. И потом и всю серию в итоге. После первого поражения. Фирменная счастливая рубашка от Дракона Альберта на нем. Все в порядке. Это здорово. Целых три карты получит Дракон Альберт со Служителя Боли. Это очень здорово. Ну и хотелось бы отметить, что еще один представитель Дании. Очень много датчан добралось до стадии плей-офф. Вот он, Смотритель тоже. Нетипичное решение во фризе. Вообще интересно. А почему не Ая? Просто мы хотим добирать, потому что хотим получить армор. Любыми способами, ну. Видимо, хочет под гоблина оставлять озарение. И монету, и на идол. Угу. Дабы ну, идол, причем перебирать. Один был сыгран, второй ты хочешь замешивать в колоду под гоблина. Коварный. И грязная крыса тащит гоблина-аукциониста. А как мы будем гоблина убивать, а никак? ГГ. Что-то пошло не так. Ну, петроглиф не дает тебе возможности. Неудачно получилось. Ну, ты знаешь, я думаю, что как раз-таки от этого и отыгрывал Оранж на самом-то деле. У него три статовых существа. И четвертый кристалл маны. То есть любое существо, которое появлялось бы на игровой доске, ну, кроме Аи, наверное, да? Аи в меньшей степени, потому как там Фростболт и все. Не, как раз Аи, я думаю, Дракона Альберта устроила бы. Да, это единственное такое существо. Петроглиф приносит на выбор ледяную глыбу, копию из лавы, а также зеркальные копии. Копия из лавы за два кристалла. Можем сыграть Алекстразу и Айсблок на 10. Альберт, как дела? Да уж, крыса, конечно. Не очень. Озарение.
Приносит еще одного аукциониста. Идол. Угу. Ну, идол нужно замешивать. На самом-то деле как-то не очень получается перебирать. Возможно, сейчас придет еще какое-то заклинание. О, хорош. Да, нефритовый цветок, это идеально. Так, и он не замешал, да? Mm-hmm. Интересно. Давление, да, сразу же оказывает. Оранж. Не считает, что в этом матче нужно замешивать в колоду новые нефритовые идолы. Считает, что и так все будет хорошо. Еще одна крыса. Большому счету. Фломстрайк. Фломстрайка не существует. Ну, на пятый ход. Но там петроглиф-то был сыгран. А, ну да. Еще один. Лицо дракона Альберта просто. Ты говоришь, что ты надо мной издеваешься? Вроде как того. Да, второй идол вроде как отдал, да, в начале был сыгран идол уже. Ну и легкий ненавязчивый намек на карту, которая придет. Сколько мы доберем? Пятерку карт доберем прямо сейчас. Но вот идол-то мы уже отдали второй. Мы можем вообще позволить себе грязь-то такую? Вообще легко, по-моему. Немножко картишек до оранжа. Чуть-чуть. Картишек. 3, 6, 8. Еще добираем 2. Но больше не можем. Кажется, Альберт проиграл. Ну да, друзья. Но это не точно. Есть какие-то предпосылки. Что началось, ребята? Ну зачем? Поднять щиты за Альберта. Человека-то обижать. Поднять драконов. Может, поднять Альбертов тогда? Поднять Альбертов за дракона. Разменивается. Оранж. Выставляю 16 единиц здоровья на фризмаге. Ну и Близзард должен быть сыгран. Бдуш. 10 карт у оранжа. Ну и поехали дальше крутить джейдов. Армор у нас теперь есть. Дело за малым. Флеймстрайка мы уже вышли из-под рейнджа, и тут еще слоник вместе с духом больно бьют. А вестники вообще есть? Да. Два вестника. Только собиратели сокровищ, инженеры-новички, угу. Это те карты, от которых он отказывается. Понял. Было бы забавно, если бы он крыс просто на вестника врока поменял. Не. Ну, плохой-неплохой, друзья, матчап, но Альберт уже выигрывал джейд-друида. От Элоиз. Но здесь явно что-то пошло не по плану. Хотя старт был такой многообещающий. Там, вспомни, Акалит 3 карты целых принес для Драгона Альберта. Ну и первая заморозка, даже уже вторая заморозка выходит. То есть Blizzard плюс Фростнова. Кольцо холода. Вышли. Набираем еще карту. Что получает? Йоксар. Неплохо. Что? Ая? А я черная лапа. Как раз. Игровая доска заполнится.
до отказа. Ну и способность героя. Да, броню лишний раз прожать. Ну, единичка урона также приятно. Семь-семь уже пошли джейды. И дальше будет только хуже. Алекстразой пока еще не пахнет, и время сыграть тебе даже не дадут. Ну, ищем заморозку. По-другому никак. Интеллект чародея должен быть сыгран далее. Либо Близзард, если он придет. Пиробласт, это не то, что надо. 10 карт, нужно играть хоть что-то. И причем играть арканолога ты не можешь. Барьер тебе сбивают. Без шансов. Безысходность. Первая победа для Оранжа. Джей Друид оказался сильнее своеобразного фриза от Дракона Альберта. Жаль, что мы не посмотрим больше за эту колоду, но... Зато другие дечки заценим от этого игрока из Дании. Оранж тоже здорово прошелся по результатам швейцарской системы. Проиграл он, сколько я понимаю, лишь дважды. Причем сейчас раскопаю, кому именно проиграл Оранж. Что-то любопытно все-таки. Но встречал он исключительно скилловых профессионалов. Выиграл, например, у Элоиз со счетом 3-1. Выиграл у Ксайроза со счетом 3-2. Эту партию мы, кстати, транслировали. Там немного перепутали худ, в результате чего мы думали, что выиграл им Ксайрос. Выиграл Тик-Така. То есть это первых три противника. Ксайрос, Тик-Так и Элоиз. Неплохо. Для Оранжа, да, на секундочку. Какой же лакирок у нас Оранж? После этого Жанецкий, который уже в топ-16. Кропсон, менее известный киберспортсмен. Диген. Ну, кстати, проиграл Дигену со счетом 3-2. Выиграл у Банни Хоппера. Вспоминаем мы сообщение от Банни. Счастливого. Спасибо, Оранж. Я в очередной раз встречаюсь с тобой на турнире. Всегда приятно увидеться, поиграть. Проиграть тебе. Да. Я уже чувствую, там Оранж, вернее, Банни Хоппер преисполнен любви к Оранжу. Выиграл у Глейзера и проиграл Зумпу. Оранж. Ну, в общем, тяжелый путь достаточно на Дримхаке для Оранжа, для родных стен. Неплохой старт. Как тебе? Ну, вообще, да. Что-то сильно есть в этом. И причем монет ты не можешь отдавать. Представь, будет полководец там дальше. Крайгазм просто. Нельзя монетку отдавать. Та-та-та-та-та-та. Придется играть прямо сейчас Йолу. Гнев на 3. Волномута крайнего слева. И джейдом бьемся в 2-2. Почему так? Потому что размах. Под размах это все подставляется. Либо способность героя. Я думаю, способность героя более вероятна. Ну, однозначно Волномут должен погибнуть здесь. Ну, много дэмэджа просто выхватываешь. Зачем тебе лишний дэмэдж принимать? Ну, там хпшечка поедет вперед. Ударяется Оранж лицом Волномута 3-2. Также нефритовый голем позволяет добрать данного Мурлока. Провидец. Ну и что далее? Продолжение спама. Я думаю, провидец появится. Провидец в ману. 3-5 будет волномут. Ну, кстати, да, провидец. Ну, как ты убьешь хорош волномута? Если прошлым ходом мы задали гнев, тогда еще тут были шансы. А так... Ну, что стоит отметить, очень здорово на первую партию Оранж ловит фризмага. Все хорошо тут.
играет именно через гидролога прямо сейчас Дракон Альберт. Ну, в попытке на следующем ходу... Искупление? Да, это будет искупление. Скорее всего, сейчас еще сыграет. Нет, даже секрет. На следующем ходу будет провидец плюс, ну, предварительный розыгрыш Мурквизитора еще. Все очень плохо. Альянс, все очень плохо. Звериное неистовство разменивает. Волномута срабатывает искупление. Маленький Мурлок возвращается на стол. Ну и здесь пробав. 2 единицы хп. И 12 единиц здоровья уже остается. У Оранжа как-то лицо Малфуриона трещит по швам. Да, как-то непонятно. Даже до йоги не доживем здесь. Вообще как-то не доживаем мы до йога. Гнев, монета и нефритовый цветок. Сколько мы урона выхватываем тогда? 2, 4, 6. Либо даже, знаешь, монета, дар природы в разгон и гнев. Чтобы ускорить выход Йоксарона. Да. То есть даже вот такое решение мне нравилось больше. Ну нет. Такс. Ну, тут победа. За 2 хода. Мат в 2 хода. Ну, что устраивает сейчас? Прямо сейчас 2 хп остается в итоге. Озарение нужно. Будет озарение, будет еще ход другой. Не будет озарения, не будет ничего. Не будет. Озарение — это победа Дракона Альберта. Вот смотри, прошлым ходом разыграй Дар Природы в разгон и отдай гнев, да? У тебя бы сейчас было... Получается, сколько? 8 кристаллов маны, да? Ты смог сыграть бы дракона. Дракон, что тут? 4, 6. Мне все равно летал был бы. На что так, что так. На звериное неистовство. Все. 1-1. И ждем мы продолжения от Оранжа. Ну, старт какой-то очень бодрый удалось словить Дракон Альберту. Посмотрим, как он дальше будет играть на этом паладине. Ну, а Оранж вынужден колоду изменить. Оранжи шаман на эволюции. Энзот паладин. И Миракл Рога. Думают игроки над... Точнее, Оранж думает над следующим пиком. Выбирает Вольф Шамана. Урлока Волномута даже играет. Волнолова, точнее. В своей колоде Дракон Альберт. Есть такое... Ну и поехали. Тут огневичок в ответ пошел Мурквизитор. Возможно, даже в 2 копиях. Или монету бережем. Монета остается в руке. Да, старт ужасный для Оранжа. Ну, как бы не самый плохой на самом-то деле, да. Но вот 2 нефритовые молнии — это плохо вместе с инволюцией. Но инволюция — это та ключевая карта, которую нельзя ни в коем случае отдавать. Пламенный лем должен появляться, да? Будем ли мы... Но размениваться мы никак не можем.
возможно, даже сыграет через способность героя прямо сейчас, потому как у тебя нет следующего хода. Он может, понятное дело, прийти, но... Да, так получше. Чем продолжать будет Дракон Альберт? Полководца бы получить нам, да, было бы неплохо. Озерный охотник тоже пойдет. Что еще? Ну, все, наверное. Вот те четыре карты, которые хотим увидеть. Такая прям супер быстрая редакция Дракона Альберта. Сейчас посмотрим, что у него там еще есть хорошего в этом Мурладине. Тирион, только Тирион и Куратор. И Тарим. Также два гребнистых скакуна. Это вот весь лейт плюс Финджа. То есть начиная с пятого дропа. Финджа, два гребнистых скакуна, Тарим, Куратор, Тирион. Фортеринг. И вот он полководец, кстати. Не знаю, давайте сейчас монету на полководца смысла, мне кажется, нет. Ну а как, смотри, игра через Волномута плюс... С другой стороны, это тем. Морг-визитора. А на следующий ход уже. Я все-таки буду, да? Ну, размены. И... Так. Когти нужны для оранжа. Но подъезжает портал. Портал тоже нормально. Портал нормально на следующий. То есть сейчас способность героя в очередной раз, способность героя, и более, наверное, ничего даже мы не будем ставить, потому как будем заманивать. Замануха. Угу. Подумаем до фитиля, сделаем такое кислое лицо. Да-да, оранж. Ах, как же все плохо-то. Играть-то нечего. Прожмем способность героя, шлепнем себя еще раз по лбу. Предлагаю вот такой вот развитие событий. И все. Понял. Уволен. Да нет. Ну, на следующий ход будет шикарно. Почему сейчас-то? Нет. Инволюция. Ладно. Оу. Огонек и любительница маны. Окей. Ну, решает. Решает оранж тут как-то в темп отбиваться. На столе появляется Волнолов. Мурквизитор. Любительница маны разменивается с огневичком. Четвертый ход для оранжа. Можно сыграть, ну, допустим, портал. Портал. Портал плюс обивочка. А если удастся рольнуть Скилуха. СПД... Но нет, не удается. Была бы полная зачистка стола. Ну, полной зачистки. Нет, пират Пройдоха тоже. Не то. Один Мурквизитор и что, Мегазавр? Либо мы будем играть через проспам с помощью... Думаю, что через проспам даже поинтереснее здесь. Существа не такие сильные. Плюс ко всему у тебя есть более статовые юниты. Инволюция только что была сыграна, и будем подбивать оппонента под какие-то размены. Даже сейчас. Но не знаю. Нравится ли вам такой ход? Маскировочка. Ну, спорно. Я бы, наверное, про спам играл. Вообще не нравится этот ход. Вот вообще прям не зашел. То есть просто... От чего мы отыгрываем? Почему не проспам? Тотем языка пламени якобы, да? Ну, ну не знаю. Скупление, наверное, нам. Пек на кода. Ну, окей. Ход вновь у оранжа. Еще одни. Доппельгангстеры. Это не то, что хотелось бы видеть. Идеален был бы
приход эволюции. Ну, есть у нас возможность разобраться со всем столом перед заходом гребнистого скакуна. Но для этого придется отдать и портал, и молнию. Прямо сейчас. И портал, и молнию. Плюс в идеале как-то нужно обыграть красиво секрет. Ну, да, но портал, он дает возможность сразу чекнуть на два секрета, на искупление и на... Ясно. Весь стол мы не забираем, значит. Будет только портал. Возможно, глазастик также появится на игровой доске. О, крестьянин. Крестьянин. Давненько, да, не было видно. Не, хороший, ну, первый дроп. Смотри, с глазастиком мы как раз забираем. Угу. Отдаем все, правда. Ну, это стоит того. Тут полный размен все-таки получается найти. Оранжем. Нужно. На столе остается тотем исцеления и зараженный крестьянин. Крестьянин как неприятен. Ух. Еще раз вдаемся в проспам. Как-то так. Должен Оранж понимать, что там будет пробав. И как-то от пробав ты не сыграешь уже никак. Ничего. Два раза не зашел ролл с порталом. Тотем гнева воздуха не заехал Оранжу. Чуть-чуть киберспортивной скиллухи не подвезло. Меняем мы двух мурлоков, вернее одного, и будем таковы. Эх, здесь бы освещение. Да, красиво, Белек. Этот спелл, это заклинание. А в этой колоде есть вообще освещение у него? Сейчас скажу. Нету. Ни а одного, нет, да? Одно. Одно есть. Одно освещение есть, да. Окей. Так, ну и как же быть? Нужно постараться максимально затрейдить этот стол. Скорее всего, мы увидим озерного охотника и клинок. Но нет, играет все-таки через пробав. Ну, будет в трейды уходить с дупльганстерами. Хейтит главаря дупльганстеров. Да, дупльганстер погибает. Ну и что, придет ли эволюция? Нет, это защитник холмов. Можно раскопать какую-то провокацию. Ну, по крайней мере, ты защищаешь своих дупльганстеров. Это элементаль земли, например. Неплохо. В наемника не очень верится, потому как он слишком легко трейдится. Да, это элементаль земли. Элементаля земли мы можем сыграть прямо сейчас. Либо нефритовая молния, которая убьет Мурчидина. И покажет миру Стигадона. Так, молния улетает. В Мурчидина последний погибает. На столе появляется Стигадон. Ход уже вновь у дракона Альберта. Ну и живет с темной чешуей. Топ-дек такой себе. Но при этом мы можем забрать стенку. Забрать еще вдобавок дупльганстера. Ну, можно было через две четверки, например, сыграть, да, первое решение. Таким образом, мы так вот забирали два дубльганстера и так тоже таким образом. Окей. То на то им получается. Оставляем печать королей на будущее. То есть эволюцию ждем дальше. Это Айя Черная Лапа. Стигадона по-прежнему пройти возможности нет. Элементаль земли. Либо Айя Черная Лапа, которая даст 3-3 уже. Я думаю, Айя. Айя более темповое решение. Вместе с Айя можно также добавить тотем на этот стол.
Ну и при желании пламенного элема. Есть ли смысл вообще трейдиться тут? Что у нас за тотем? Сначала посмотрим. Каменного когтя. И поставим просто нового пламенного элементаля. Окей. Окей. Оранж. 7 существ на столе есть от оранжа. Дракон Альберт и... О, мой бог. И это полководец, который бафнет 3 мурлоков. Которые просто... походят прямо сейчас. Что по урону? Можно уже считать. 10, 15, 19, 22. 23 плюс 4. Я насчитал. 6, 10, 18, плюс 8, 26. 4. 23. Последний мурчадин же не ходит в атаку. Да. 23 дэмэджа. Ну, там еще стенка есть со стороны оранжа. Тотем каменного когтя. Также впитает в себя некое количество урона. Ну, я думаю, в трейды пойдет. Там как одна инволюция. И... пиши, пропало. Ну, трейдиться однозначно здесь есть смысл. Плюс таким образом мы отыгрываем вокруг жажды крови какой-нибудь, да, который уйдет в зачистку. Будем когтями добирать Стигадона, который в конец озверел. Но дело в том, что теперь элементаль земли уже не так хорош. Благодаря полководцу тут слишком много дэмэджа. Слишком много урона. Девятнадцать, да? Еще один полководец. И... по-моему, полководец в самом начале был сыгран, да? Да, да. В самом начале с монетки выходил на стол. Самая главная проблема для Дракона Альберта — это то, что карты закончились и возможности добрать нет. По идее, в такой колоде Божественная Милость должна играться. Ну, элементаль земли должен появляться тут. Как бы то ни было, но это дает тебе размены хорошие. Ну, не самые хорошие, да, но карт нет у оппонента. Какой-нибудь плохой топ-дек, и все неплохо. Вот это сильно. Провидец, который бафнет хп... 6 юнитам. Мурлока Стоун. Так, какие размены? В принципе, все хорошо в этом плане. Ну да, по разменам-то тут не все так здорово. Полководец должен забирать стенку. Охотник. Джейда 4-4, наверное, будет забирать охотник. Либо не будем жадничать и заберем 5-5. Я думаю, 5-5 лучше забрать. Дабы дважды ударялся, да, еще и лицом. Но нет, жадничает в итоге. Ну окей. Тотем полеомурлоков не то, что хотелось бы видеть оранжу. Нужно забирать полководца, это однозначно. Очень много бед от этого мурлока. Варлидер погиб. Но теперь можно когтями также разменяться с озерным охотником. Не верю я в дупльганстера тут. Я тоже не верю. Мне кажется, будет призыв базового тотема и тотем полеомурлоков. Ну и когти заберут озерного охотника. Как-то так я это вижу. Тотем каменного когтя, кстати, хорош сейчас. Лучше, наверное, все-таки, потому как 2 единицы атаки улетают в этот стол. Мурлок волномут это...
Тоже плохой топ-дек. Ну да, волнолов очень слабо. Ну а по сути хорошие топ-деки какие остались? Тарим. Волнолов даже, да. Наверное, смотрелся бы идеально. Тарим, Тирион. Финджа плохой, наверное, уже сейчас топ-дек. Финджа не нужен, Финджа медленный. Финджа, да, не то. Мегазавр второй. Мегазавр топ. Такс. Вот оно. Она, эволюция. Ну, дождался Оранж. Нужно трейдиться и играть. Конечно же. Дупельгангстеров. И эволюционировать. Способность героя после прожимаем или сейчас? Сразу. Сразу. На все. Оп, поехали. Дракон Альберт что-то приуныл немного сразу. Чуть-чуть. А не тот Мурлок еще пришел. Чуть-чуть демеджа. Гарпия, да, немножко сходит в лицо. Чудище. Мановая Жиода. Чего-то как-то не задалось. Ну, бывает. Ну, это же Оранж. Ну, как не задалось? Чтобы тебе задалось против Оранжа, надо, я не знаю. 33 урона. Считал я на столе. Кого убивать-то? Гарпию, наверное, да? Ну, Гарпия опасна. Да. Гарпия 8 дэмэджа. Восьмерка дэмэдж. Да уж. Но убивая чудище, ты получаешь... Ну, это, во-первых, 9 урона и... Да, если Винтурон при смерти... Да. Идет на твою сторону. 8, 11, это уже 19, плюс 5. Ну, формально ты живешь, да, но... Но как долго, это большой вопрос. 25 дэмэджа, 2 офф. Специально размены таким образом. Ну, окей. Бам, бам, бам. В два хода мы просто забираем оппонента совсем. 24, точнее, 3 офф было. Просто закидывает на стол тут. Оранж, тотем полиамурлоков. Тирион. Ну, Тирион не меняет ситуацию. Тирион круто, но уже нет, уже поздно. А сдается Дракон Альберт, и счет становится 2-1. Оранж близок к тому, чтобы выйти победителем из этой серии. Что, все еще топим за Дракон Альберта, Игорь? Или, возможно, мнение изменится, переметнуться. Пока не поздно, да? Пока не поздно, пока, да. Пока, чтобы там... С детства за Оранжа. Альянс. Зачеркнуто Дракон Альберт, да, и сверху так нацарапано Оранж. Ну, не знаю, Дракон Альберт, ну, откровенно говоря, вот представь, что он проходит далее, вот это... Не, хотелось бы еще посмотреть на Фризана этого. У него остается последняя колода, это Жрец, насколько я помню. И что же это за жрец? Это контролирующий. Контролирующий жрец. Ничего себе. Кристаллический оракул. У него лайнап весьма любопытный. Ну да, кстати, колоды реально нетривиальные. То есть и паладин побыстрее, и по сути фризмаг такой. Не знаю, можно ли назвать это более быстрым фризмагом? Да я бы не сказал. Он просто своеобразный. Своеобразный, да. Ну, квест рога. И прист. Причем, стой, подожди-ка. Это... Миракл, получается? Миракл. Клирик. Ну да. Интересно, интересно. Причем две крысы играются тут. Любитель грязных крыс. Дракон Альберт. Максимально, что тут есть, это две кабалки, одна кабалка, два поушена, то есть два зелья драконьего огня, Лира, само собой, Харрисон Джонс, Элиза. Ну, в общем... Интересная колода. Интересно будет, это точно. Ну вот оно, зелье, которое сразу же находится с темных видений. Второй ход для Оранжа. Что добавим к этой бандуле пиратов? Способность героя, либо когти. Что именно? Решает сыграть когти. Ну, знает о том, что есть Харрисон, поэтому реализовывать желательно оружие поскорее.
Инволюция, самое главное, на руках есть у Оранжа, поэтому... Также жажду крови мы нашли. Поэтому вряд ли тут жрец доживет даже до шестого хода. Вторая жажда крови, вот это лишнее уже. Да уж, ну ничего не попишешь. Ну, надо ударять когтями сейчас один раз в лицо. Добавляем урона немножко. Ну и, кстати, вот смотри, все-таки безмолвие играет Дракон Альберт в одной копии. Импонирует мне такое решение. Не, ну нематам может пригодиться. Очень классный спелл, по сути, синергирующий со многими моментами его жреца. С пиромантом, с лирой. Mm-hmm. И вот он Харрисон. И бьется, кстати, отыгрывает от Харрисона. Mm-hmm. Жрец обжора. И немота. Немота, которая накладывается на тотем языка пламени. Минус 4 демеджа, по сути. И хил за счет присутствия жреца обжора на столе на 3 единицы. Ну и смотри-ка, тут не играется кольцом. Сколько я понимаю, да. Но есть один замечательный, одно замечательное заклинание. Shadow Word Horror. Слово тьмы. Ужас. Ужас. Забирает всех существ с атакой 2 и меньше. Я думаю, что портал даже будем играть. А далее уже начнем бахать жажду крови. Слушай, слово тьмы ужас интересно. Портал водоворот. Акалит. Ревностный. Mm-hmm. Играли от Харрисона, все замечательно. По чуть-чуть пробивает. И тут Лирик. На секундочку 19 демеджа с жажды крови. Возможно, мы увидим прямо сейчас. Акалит и слово тьмы боль. Плохо, что ревностный акалит единственное бафнет при смерти какое-то существо. Ну да. А какое же это будет существо? Это будет корсар. Я думаю, что надо тотем убивать. ШВП. Поскольку если ты убьешь, допустим... Корсара, то тотем получит пробаф. Ну, не знаю. То есть он будет 1-3. А корсар был бы 2-2. Ну, кстати, может быть, так и лучше. Пятый ход. Стола уже под жажду крови нет. Растерял весь стол Оранж. Нужно как-то по-новому выставляться. В этом нам поможет Айя, которая выходит с монетки вместе с големом 2-2. Ну и поехали. Думаю, что прямо сейчас слово тьмы... Ой, слово силы щит. Не добираем мы минимум две карты. Клирика лечить. Вот он, оракул кристаллический. Слово силы щит дает еще одну карту. В руку Альберта приходит зелье безумия. Оракул на столе. Но зелье играть нет смысла сейчас. Ну, зелье тебе поможет еще с жрецом обжорой, например, да, раз. С лирой. Угу, сразу играть. С целиким. Ну, да, окей. Допустим. Заставляет просто трейдиться Аю в клирика.
тотем. Для начала смотрим, что придет. Думаю, что если это будет хил, то будем бить в лицо. Ну, с другой стороны, у нас есть возможность всегда закрыться нечто из глубин. Я думаю, нечто в любом случае появится. Будет призыв базового тотема плюс нечто. И удар в лицо. Тотем исцеления не приходит. Это гнев воздуха. 15 хп остается тем временем уже у дракона Альберта. Связующее исцеление. Но тут придется сначала биться оракулом. Пойдем посмотрим, что придет. Что хотели бы получить? Какой-нибудь портал, может быть? Какой-нибудь хекс. Огневичок. Ну, хекса-то нет в этой колоде. Ну да, кстати, из колоды же забирает заставшийся. Не, по-моему, не из оставшейся. Из оставшейся в целом из колоды? Не, вообще в целом, да. Ну вот, кстати, чатик, давайте поможем. Я вот честно не помню, как работает. Точно, случайная точно. Карта из колоды оппонента. Не из оставшейся, а изначальной. Из изначальной. Ну, Деволф не так хорош. Там с нечто из глубин, и опять-таки с Айи существо пришли бы лучше. Связующее исцеление даже, да, добираем карту. Не то все, все не то. Но хотя бы колу перебрали. Минус стол, выживает после этого. Точнее, появляется на столе голем 3-3. Пишет, что из оставшейся. Ну, интересно. Мне кажется, что все-таки из изначальной колоды. По-моему, работает так же, как и... Украденные мысли, тоже из оставшейся в результате дуровой картишки. Те, вообще кто логично, не на руках. Вообще логично. Из колоды оппонента, а не изначальной колоды оппонента. Ну, Игорь, сейчас бы любой комментарий в чате воспринимать как... Но я согласен, такое, да, хорошо, да. Я согласен. Нет, ну я не буду до конца тут доверять чату. Нужно больше мнений. Хотя я верю. Верю тебе. Друг. Спасибо. Приятно. Так, с чем же отвечать на это все? Да, непонятно. Но можно попробовать выставить мелочь. Либо Харрисон плюс, не знаю, огневичок. Тут сколько урона? 12 плюс 4. 16. Комментаторы очень уважают чат, между прочим. Большое вам всем привет, ребята. Спасибо, что смотрите нас. Время бунтовать. Время, ну, бунтовать всегда. Найдется время. Слушай, а как выглядит забастовка комментаторов? Забастовка комментаторов. То есть они приходят и просто молчат? Ну, формально мы живем, но это жажда крови в лицо. Связующее исцеление в одной копии играется в этой колоде, оно уже было сыграно. Темное видение их вновь не... А, стоп. Это же он. Это 12 плюс 4 плюс 5. Ура, летал. Ну, что-то нерадостно только дракон Альберту. Ну да, увы, он проигрывает эту серию Best of 5. Поздравляем Оранжа, 3-1 итоговый счет. И представитель команды Alliance проходит далее. Дракон Альберт, к сожалению, покидает турнир. Но он запомнится как игрок, который привез очень интересный лайнап. Особенно, конечно же, запомнился его фризмаг оригинальный. Да, и против...